во всех, в любом случае своей жизни, то, что между мужем и женой произошло, там авария получилась, то, что между родителями и детьми, разный смысл, любой случай жизни, он уже нам расписан в Коране и Хадисе. Если в любом случае, когда есть какое-то разногласие между мусульманами, если они не будут руководствоваться именно твоим решением, Аллах говорит Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда они, говорят, не будут уверовавшими людьми. И после того, как ты уже вынес решение между ними, вот, допустим, получилось разногласие, и после этого всего мы пришли к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам вынес решение. И если в душе у нас будет какая-то неприязнь, какое-то неприятие, нам на душе плохо, что не в пользу нашего вынесли какое-то решение, тогда то же самое положение. То есть до тех пор, пока человек полноценно своим сердцем, он не признает, не примет решение Всевышнего Аллаха и Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах говорит, они не уверуют во Всевышнего Аллаха.